Dneska já vračám teritory Líní, teritory z Králové, no a nebo se začít já znova letní, to je taky jedna z obotica Banými, spojte s českými problémami, takže s těho Banými, které se připomínali, takže se to si týkají se taky. To je možná já nutriciona tadierška, intenzivní terapie, diabetologie, takže to, že teresátka počky a my to, že zkušení například konzultanty, já v její balnice, u nás balnice prostoručně Varšaja, tam 1000 a spočívají se to, že onkologie, hematologie, dětské klinika, prostě ty kliniky. A já bych vám chtěl ukázat naše metody, nutriční podržky, tak na to jim provodím. Já vím, že to potom budou vopросы, že to budem, jak bych сказал, diskutovat v očení po slušném vidě. Já budu tak malnutrice je to určitě vážná situace u hlavních, a už bych Hipokrat ukázal 600 let před Kristem, že jestli třeba patří lidi, že čemu se tělo tam prostě umírají. Umírají, to nelze se tím ničím udělat, nezávisí má diagnóza, nezávisí má od těch ostatních mužičí prostě bakteriální čistí z těla určitě vážné. My znají, že to například kuchelová kachexia, je to bývají konec žizní u mnohých malých. No, já budu govorit o tom, že to není dožní umírat určitě ráno, protože to u nás je metody nutriciální tadiařky. Очень важная ситуация в паллиативных главных есть у главных такого типа, у которых есть малнутриция, у которых ранее не заживляются, потому что с этим не надо делать. Потому что домой послать нельзя, в больнице умирать с открытым, с открытой полостью очень сложно. А могут некоторые из них еще положить, но наш умирочную нутрицию поддержку členem těch palných jestů, že nám se živějící, jestli nám se živějící, ani papalučí tento nutriciální podněžko, a potom jestli mě pak možnost, aby měli jestli, je to tolko palliativa, a mohli držit svoji žízení doma s mají velacími vnitami, je to to, že štoto. Česko zkazat nikdo to, o čem jestli je tak dobro, že to plně žízení. A что хочу вам еще сказать есть, что мы об этом говорили во время мастер-класса, во время круглого стола вчера, что всегда нужно таким поддержке надо думать о эффекте. Я об этом говорю на английском outcome-based medicine, то значит, что медицина, которая основана не на доказательствах, потому что это очень сложная медицина, которая связана с предполагательным эффектом лечения. Вообще мы об этом говорим, потому что когда мы пишем гайдлайны в рамке СП, в Европейской ассоциации, я был в группе, которая писала гайдлайны для пожилых людей, это очень связано с этическими проблемами, и дошли просто потому что это очень сложный этический проблем. Как мы к этому относимся, есть то, что мы скажем, что нутрициональная поддержка всегда, или искусственная нутрициональная поддержка, есть всегда лечение. Если я лечу больного, я должен, что это не основная, как бы, основная ухаживание, основное ухаживание, понимаете, что просто основное ухаживание у нас есть, что память должен быть чистый, что мы должны, чтобы мы терпели, все это.
Нет, это искусственная эффективная поддержка. Значит, если я вводим эффективную поддержку, я всегда должен знать, почему я это делаю. Могу это сделать, например, потому что мы жил, но могу тоже это сделать, если у меня есть умирающий больной, и он еще хочет что-то сделать. Например, хочет с юристом что-то проконсультировать, потому что есть проблемы с наследством, он хочет просто все. Он знает, что умрет, но ему еще надо какое-то время, один месяц, чтобы что-то сделать. Потом подошел потенциальная поддержка, есть индикации потенциальной поддержки, потому что эта поддержка имеет какой-то эффект на лечение, которое, потому что улучшает качество жизни этого человека, потому что он хочет еще что-то сделать. Это была важная ситуация, как мы об этом говорили, в СПН, потому что мы, которые страны специал, которые чешские страны, Италия, Испания, и были против, они сказали, что лекарственная поддержка есть основой ухаживания за больным. Но с другой стороны, она тоже связана с осложнениями, может быть цена большая или так высокая, то лекарственная поддержка потом просто еще значит, так, что врач знает, если больной имеет какой-то профит с нутрициональной поддержкой. Другая часть есть, что если нутрициональную поддержку такому больному не сделали ничего больше, буду об этом говорить во время лечения кахексии после обеда, нутрициональная поддержка не имеет никакой смысла, потому что если есть цель, чтобы больной получил мышечную массу тела, он должен упражняться. Это значит, что такой больной, который еще на антиатоме получает нутрициональную поддержку, которая основная часть его лечения, но она должна быть всегда связана с реабилитацией. Без реабилитации она просто должна получить нутрициональную поддержку, получается. Другая часть, что я хочу вам только показать, что если я скажу, что эта женщина, поэтому, чтобы получила какую-то мышечную массу тела, должна получить 100 граммов протеинов. 100 граммов протеинов – это полкилограмма мяса хорошего. Это только показать, что когда-нибудь где-нибудь в нашей стране, например, люди, которые ухаживали за ухожи, которые лечит или ухаживает за людей у нас так называемые в Чехии, так называемые больницы для долголежащих больных. Да? Никто не знает, какая это цель, когда-нибудь у этих больных, они там просто лежат, а все думают, что они страдают. А если ухаживают за этих больных, так всегда надо знать, что значит нутрициональная поддержка, что значит прием ГЛК. Когда я им покажу это, то они видят, что просто большинство больных невозможно скушать полкило мяса или хорошего тряпка. Знаете, оно просто можно все это перенять. Вопрос есть, если я хочу дать какие-то добавки нутрициональные, как мне следовать прием энергии, а прием ГЛК? Но диетологи бы сказали, ну так контролируйте, сколько риса, сколько мяса, сколько йогурта, сколько сыра человек кушает. С другой стороны, когда я спросил своих врачей, сколько энергии белка есть в одном йогурте, они скажут, что не знают. Значит, что медсестры берут информацию, это много работы, они пишут, сколько йогурта, сколько сыра. Очень часто это не имеет никакой смысла, потому что врач скажет только «ага». Но информация не имеет для него никакой эффект. Что мы делаем? Мы используем какую-то форму, которую был сделан для нанутрициональной поддержки, может быть, которые из вас участвуют. А это не сложно, потому что мы знаем состав мена больницы. В нашей больнице это 2000 килокалорий, 70 грамм белка, сахар и жир. Медсестра просто напишет, если больный скушал половину, или завтрак, ужин, обед.
нет, только три основные вида у нас, потому что есть хорошая правдоподобность, что если больной скушал половину или 25%, он потом скушал только 500 граммов энергии и 28 граммов белка. Мы знаем, что это мало, потому что если человек хочет набрать, если есть цель, что он получит мышечный коктейль, то он должен скушать много более, а потом просто сладко выиграть, сколько себе человек должен быть. Было показано в каких-то работах, что это достаточная хорошая информация по исследованию питания у больных, потому что специально в стационарах должны исследовать прием энергии и белка всего несложно, чтобы этот способ был несложен, потому что в другой стороне никто не делал, уже теперь бюрократия такая, что уже просто наши медсестры работают только от бумаги, когда что а здесь прекрасно показано, что если кушать только 25%, что есть очень частая ситуация в этой парке, что он должен выпить 4-5 упаковок сыпи. Выпить 4, нет одну упаковку, дать трубичку в эту упаковку и сказать больному, пейте через день, будет лучше. Вопрос тоже, как дать сыпи к больным. Первое, есть много вкусов этого сыпи. Чтобы больный выпил сыпи, ему он должен нравиться. Если ему не нравится этот вкус, он не будет его пить, а если он не будет его пить, то это как бы я его выбросил просто в этом смысле. Второй проблем, который я чувствую, есть, это рекомендация пить через трубочку. Потому что мы пьем через трубочку, что вы пьете через трубочку? Это суп-пюре. Что? Суп-пюре. Вы пьете пюре через трубочку? Суп. Суп, вы пьете суп через трубочку? Вы сделали блендер? Нет, что вы пьете через трубочку? Коктейли. Коктейли, да. А почему пьете коктейли через трубочку? Чтобы медленно, да. Чтобы вкус чувствовали лучше, да. А теперь они должны выпить 5 упаковок этого. Вопрос, хотим ли мы, чтобы он вкус чувствовал, чтобы медленно пил. Не хочем. Не хочем, чтобы просто быстро выпил какое-то время, чтобы просто... Не хочем, чтобы он получил эту энергию. Не хочем, чтобы он просто вкус чувствовал. Потому что, честно сказать, если вкус не нравится больному, а еще он через трубочку не выпил, уже совсем проблема. То значит, что надо с больным разговаривать, рассказывать, как вы пьете, как вам нравится, какой вкус. Невозможно сказать, что, например, высококалоричный лучше, чем низкокалоричный. А что я вам тоже рекомендую, есть попробовать. Все, что вы даете вашим парам, просто возьмите одну упаковку, попробуйте. Лучше всего попробовать один день на этом питании, но это уже может быть дорого. Но просто знать, потому что мы, например, думаем, что если есть большая концентрация энергии, что это лучше для больных. Но у меня есть опыт с энтеральными средствами, с этим средством. Я могу сказать, что, например, которые есть жесткие, или нет жесткие, но просто концентрированные, они просто останутся в рту. Если есть человек, у которого есть проблема, например, после лечения терапии, то это страшный облик. Везде он чувствует этот вкус этих витаминов, потому что там витамины, человек чувствует вкус этих витаминов, они не очень, знаете, тиамин такой. Так, да, теперь больной это все чувствует. Надо тоже думать о том, не всегда, когда нам этот вкус нравится, он нравится больному. Нам нравится вкус таких чуть-чуть острых, как йогурт, типа, но у человека с заболеванием рту, если есть там какой-то стоматит, его все это больно, просто чувствует боль, когда он должен это делать. Значит, что должны
пчелами там разговаривал, но все компании, продукция всех вкусов есть, у всех компаний, есть возможность вкуса. А по моему опыту, люди любят специально такие вкусы, которые нам не должны нравиться, такие, как бы сказать, слабый вкус, если понимаете, что да, такой не очень значительный, такой как бы, а это лучше, чем... А потом хорошо налить это стакан, сказать, должно быть, это лекарство, как лекарство, оно поможет. А потом еще надо планировать эти цикли, потому что надо делать так, чтобы больной ушел в нормальное питание еще. Значит, что мы расписаем себе, например, каждый день, если есть у нас завтрак в 7 часов, обед в 12 и ужин в 5 часов в нашей больнице, так, так надо себе дать 9 часов, 2 часа после завтрака, потом в 1 или 2 часа после обеда, значит, 2 часа после обеда, в 7 часов вечером, 2 часа после ужина, а еще одну упаковку на ночь, 21. Он получает эти 4 упаковки, и он может их планировать. Надо тоже что-то делать с текстурой. Это значит, что возможно повышить текстуру, чтобы иметь такой характер пудинга или просто что-то такое. Надо просто с этим работать, не только как у нас когда-нибудь в этих больницах долго лежащих больных, там просто возьмут трубочку, скажу, пейте через. Это просто не работает, это просто такая игра. Я уверен, что то и никто не видит, что это не работает. А на опыту, если вы с больными работаете таким образом, это не понижает, в никаком случае это не понижает спонтанный прием питания, и за несколько дней прием нормального питания улучшается. Потому что люди думают, что это тоже ваш опыт, что если парень так чуть-чуть, если вы не вкус возвращается, то очень хорошо. Неправда, что если я это искусственно питание, человек уже не кушает, да, ничего не будет. Есть такая работа Поли Раскос с Португалии, это была диетолог, профессор диетологии, она в этой работе показала, что то если порой кушает мало белка, это так называемый атлебитум, это кушать еще хочете, если дают добавки, повышается количество белка в питании, но что еще надо? Надо, пока больные не ли здоровья, или когда мы 100% знаем, что он кушает нормально, надо им заботиться. Надо его просто контролировать. Поэтому, например, тоже вчера на полуцтво рассказали, что надо больно понятие следить за тем, если больно кушает или нет. Потом, как мы с этой информацией, это уже наша ответственность. Если просто больно не кушает и умирает, я знаю, что он кушает, я знаю, что он умирает. Просто это моя ответственность, то, что да, питание не надо, потому что им не поможет. Надо так. Я знаю, что сейчас есть проблема с этими листистами. Я вчера слышал, что просто надо вводить питание, потому что мне сказали, что это, как бы сказать, эвтаназия, пассивная эвтаназия. С другой стороны, что не надо вводить, потому что может быть осложнение питания. Я можно вам скажу, если вам интересно, как к этому относился, как сказать, Джума Лордов в Англии в пассивной этанасе, потому что мне очень нравится, как они об этом говорили. Потому что, знаете, была дискуссия о активной и пассивной этанасе. И это, кто за активную этаназию сказал, ну почему нет активной этаназии, когда мы работаем все с пассивной этаназией. Да? Все даю вводить, например, медикаменты против боли. А конечно, если больный получает медикаменты против боли, он можно кушать меньше, потому что это тоже наркотики, а просто он может кушать. Все это делает. Но
Señor lo adora, su casa es хорошие вещи, которые очень нравятся, как сказал. Врач нет, криминальный человек. Врач хочет сделать все лучшего для больного. И врач думает об этом. Значит, что врач всегда врачу надо решить, если у умирающего больного будет решить боль или питание. А врач чувствует большую ответственность. To znaczy, że pasywna eutanazja nie istnieje. Dlatego, że to nie eutanazja, wręcz nie władzić przeciw bolowie no, analgetiki balonu, żeby nie kusiali uryl za ranczy. Ale to działać, żeby pomogło nogi. Zażeleniu się stał balonu w takiej, że to prosto on umierajte, to ludzie umierają. Ale to nie pasywna. Поэтому, что пассивная эвтаназия не действует, потому что никто не делает ничего, чтобы больной умрел, а то было возможно сказать, что активная эвтаназия нужна. Мне очень понравился этот подход, потому что это, знаете, все в Европе, у нас, у вас тоже, все боятся юристов. Я должен быть на безопасной стороне. Но мы не думаем, что даже больной даже это наша работа. Мы всегда так чуть-чуть на беспечный или небеспечный, потому что мы не знаем точно. Мы просто думаем о нем, не терпим с ним, просто все делаем. Пожалуйста, не рассказывайте нам ничего по себе для нас. Это не делает. Значит, если я решил, что больной должен получить это питание, я просто должен контролировать эффект. Если нет эффекта питания, он их просто не получит. А то нет никакая пассивная интеграция. Просто я ему не могу помочь. Я сделал, что мог, не могу помочь. Так. Но если больный не кушает, так потом мы должны вводить искусственное питание. Первое, несложная ситуация есть на гастрономии, со мной. Вчера была дискуссия, там кто-то сказал тоже, что на зубострадный сон не сделал. Лежневую желудку и все это. Я не согласен с этим, потому что если хочу, чтобы больной получил питание через на зубострадный сон, надо выбрать на зубострадный сон, который достаточно тонкий, достаточно мягкий. Цена этого зонда, знаете, мы все сказали, но он дорогий. Если я решил, что больному нужно энтеральное питание через зонд, так можно сказать, что цена такого зонда может быть в рублях 5000, на то 2000 рублей. Что же такое, да? Я не знаю, как было. Можно еще меньше, но скажем, 2000 рублей. А теперь через такой зонд человек мог получать питание, можем сказать, 3 месяца, там уже просто 3 месяца, в цене сколько? 500 рублей в день или что такое? Да, но энтеральное питание полное. Я не знаю, сколько у вас, может быть 600, 700, 700. Можем сказать 700 рублей в день. Цена снова, потому что купить, если я решил, что бабе должно энтеральное питание, не имеет никакой смысла понижать качество жизни, что я возьму зонд, как палец, просто водим. Это просто так на уровне, что если просто хочу, чтобы вам получили там через сон. Есть рекомендация, что больные, которые будут получать питание подольше, чем один месяц или два месяца, нет на то просто однозначный ответ, потому что, знаете, есть больные, которые хочет сон, который ему сон не мешает, не хочет гастроскоп, и он скажет вам, что он хочет этот сон один год. Не надо ему сказать, что он должен согласиться с гастроскопом. Есть дети, то интересно, которые получают питание через сон, и они каждую ночь ведут себе сон, так то они и когда идут в школу, то они видят. Они это берут как игру. Значит, это всегда надо сделать, что-то, 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 что-
категорическое решение, что после потом не соскучено от этого типа если надо, потом можно водить сосуд. Это был наш интерес и больной, и он о нем что-то скажет тоже, потому что это типичный больной в паллиативной медицине. Он, как бы сказал, он заболел энцефалитидом, вирусовым энцефалитидом. Он был инженер-архитект. Заболел инфекционным энцефалитидом, а как осложнение у него было какое-то заболевание большого мозга, еще периферное заболевание нервов. Пришел к нам на вентиляторе, он был связан с вентилятором, он получил стома. Его жена была тоже архитект. Он мог двигать только одним пальцем. Но каждый день за ним ходила его жена. И они делали проекты. Он был абсолютно интеллигентный, просто осознали его в хорошем состоянии. А они просто так договаривались через палец. Она ему показала проект, и он просто калкулировал. А они так жили один-два года у нас в больнице. Они так жили. А там они, к сожалению, нашли какое-то лучшее учреждение реабилитации в Праге, так его отвезли в Прагу, а там значит, что опять не можем сказать, когда говорим о качестве жизни, знаете, это тоже очень субъективный фактор. У него не были никакие пролежные, просто очень хорошо ухаживал. Он сказал, просто без него я бы с этой проекты не мог сделать. Он работал. Гастростома, завести гастростома не сложно, потому что это просто возможность делать через 10 минут в локальной анестезии. Просто вводите гастроскоп, против гастроскопу вводите какую-то иголку, через иголку проводник, вытянете здесь, садите с трубочкой, вытянете трубочку и все. 10 минут упал на мне с гастростома. Мы сделали работу, я поставил, я покажу результаты, потому что это идеальная путь у больных с заболеванием головы и шеи. Потому что эти больные не будут кушать, мы знаем об этом, что не будут кушать. Все получают лучевую терапию за сколько, за 10 доз получают в туздах, а уже просто ничего совсем не кушают, не можем выпить воду, ничего, потому что просто уже там вся эта синхронизация плохо. У этих больных хорошо, я сказать, что есть возможность, а у нас уже как бы стандарт, что каждый больный с этим заболеванием получит гастростом. Еще перед операцией, потому что когда операция такая очень большая, что не срод, специально если это язык или что-то такое, задняя часть языка, не срод, а потом эффект этих операций плохий, знаю, что сейчас есть медицинская поддержка, то была еще очень хорошо случился у этих больных, потому что наоборот, возможно, хорошую лечебную терапию этих больных, потому что там нет никаких кишек, никаких сложных тканей. Значит, что это хорошая ситуация. Здесь показано, как больные будут выглядеть. Это с интернета, нормальное, у него нормальное качество жизни. И в нашем амбулатории поддержки. Главная часть больных, которые получают нутрициональную поддержку, это больные. Они приходят в нашу клинику, а так сделаем, что компании возят питание домой. Слава Богу, у нас страховая оплачивает это. То значит, что они у них это питание бесплатно. Получают это дома, они нормально работают, если работают. Но не очень не работают, потому что, знаете, группа этих людей такая, не знаю, как у вас, но у нас это такая чуть-чуть социальная группа по-другому, потому что они
некоторые из них пьют алкоголь, некоторые просто... Ну, я такая... не очень высокое образование. Это значит, что не все работают. Но есть люди, как этот, как назывался этот американский актер, который имел тоже рак. Как назывался, кажется, с Трустомой. Знакомый. Все люди, которые переживают это. А если больный, если больному надо вводить что-то в кишечник, потому что, например, желудок не работает, потом есть возможность, что через этот гастрозонд можно вводить еще вторую трубочку до кишечника, до кишки. Значит, а что мы можем тоже использовать этот канал как бы декомпрессию. Знаете, что просто сюда мы можем взять вся желудка, а сюда вводить эту целую поддержку. Это уже не сложно, потому что с помощью гастроскопа просто заведут трубочку через этот канал. Есть метод, тоже возможно питать больного через энтероскоп. Это значит, что есть просто кишка, хирург возьмет кишку, заведет иголку через эту иголку. Тетра, потом надо зафиксировать эту кишку к стене полости, да, чтобы она просто не двигалась. Эту процедуру можно сделать тоже лапароскопически, это значит, что она достаточно разработана, но честно сказать, у нас она не очень используется, потому что если сказали, что ей хорошо вводить через операцию, если больной в воспалительном процессе, это очень плохо заживляется. Это может сделать другую свищку больного. А нашем опыту эту гастроскопа хватит на паритеровую батарею. Тоже лучше его контролировать, гастроскопа, да, смотреть, потому что есть осложнение. Это значит, что не очень часто используем это. А если ничего не подойдет, я, например, короткая кишка, или в онкологии теперь есть более таких женщин, у вас тоже после лучевой терапии матки или шейки матки, которая началась когда-то 20 лет тому назад, когда терапия шейки матки была специально использовала более радиотерапию. Показалось, что радиотерапия něco vereda, je na očí faroši a metoda do léčení. V to vreme, 25 let, vlastně byly také možnosti učení terapie, jak si dál, jak si vodní a dál. To byly ty, vlastně spolupovali ty kobalt bomby, druhé, které prostě byly tak. A ti pěrkám přichodí češtiny, s osložněním čas 15-20 let. Já důmám, že to mám to, že pojavujeme se ty ženštiny se tebou stenózami, svišťami, ještě močovým puzerkom, kiškoj, prosto a mých pěrovatím na parenterální pytání. Kačestvo žizní a těch žen na parenterální pytání dostat všechno všechno. Mí prosto žiju. Konečně u nich jest problémy, jak mám být svišť, protože lidský svět, a takhle my sdělali ještě stoma, že to by studně šel například počový puzerok, sdělali kam by iskustilu ili karotkou kišku na těch balných a potom kače spoží jsme dostali všechno chorošo ani na polo parenterálnou pytání. Polo parenterálnou pytání si vodním, že metod, normální metod, že někak na tom už to načalo se. Metoda v 60. letech, to znamená, že tomu může prázdnit počty 60 let. A takové takové polné parenterální pytání začalo se 70. letech, takže už je to počty 30 let. Spolupřeje se myšel tak nazvaný olej malý myšel, to znamená, že to je trošku silný post, nebo kyslovky, žíly, elektrolyty.
tres elementy vitamíny a bavím poručovat a tím všo. Můžete poručovat a tím všo v jenu ili centrálně všo. Pak ale taká v jeně a tam už to v periferickou věnu a možno i ten balón. A je taková metoda, která je očním rámec a vše zapíli. Ona se vajíca systéma antože budět ve těch, jak bych zkazat, ve těch rozpisáních, to je celý kariérška, na to je robota, včera je to, že možno robota takým obrazem, že jestli volno mu doloženo, doložen paruči. A rentrálové pytání je, na jaké to vremě a dlouho měsíce, my nechočem zavěstit centrální, možná být mi spolko, a čím je to nechočné. Možná být, protože my jsme jenom to stejné, protože by to bavili v plochých hygienických uslovích, to znamená, že to nemůže zapotit celé. Takže to může být, že to prostě on proč, on a ten malčík u nás byl takový malý, kolik je který, který by vypadá, ještě takové vypadá, ale mě bylo asi motorovku vykyšky, i na raštěstvo mě bylo sepsis katedra. A jeho teďka se už jen takovou katedra nepůjde. Tak sláva Bohu, to přišel, prostě česlo, adaptit, tak se jakýž tý hrůzí čas 30 let už je to přes. Znači, že to je prostě takový vysoký. No je jsme to, tak dá, já každý den jen zavedu kanulu v jednu ruku, druhý den v druhou ruku, to znači, že tak polový čerec noc, poručuje parentera v Itálie, ráno vytěmil ho tu katedra, vytěmil i druhý večer a pět poručí. A je mnoho věn na ruky, to znači, že tu je síla. Jestli by nervě ty věny, já mohu statočno dlouho žít hlavnou čerec periferie věn. Jestli mě druhých problémovka, kaličistvo žítkosti, prostě kaličistvo energii, vaše osmulárnost a tak další. A druhá vás možnost je vodit katedr v ruku, když jdu do pěrných a slaštění. To znamená, že každý je bol v ruce, tak prosto dám takovou v druhou ruku. No mám už zkaz po mému opytu, že jestli člověka je důvod, že sami plochy odchod, které sami časty u nás je, že to mezi stry, bavilo a stanice, tlubočka, jenně s infuzí. A na ně nerušná, a ona dělá i tady své byty, to tam už tam, tam je. A si dá, jestli zprasíte Pavlo, dělejte, jak bych zkazat, no vadíte, že toto čas z katedry, který vyspozval si 12 časů, baví vždy čustuje takto to bolo, takto načinete se začít studiť. To, čo neznajete, je zdravá, čo robíte. A potom, kde už je flebitid, tak už je vsia ruka, je vás môžu ispozvať aj tú ruku, pretože to je to, že je krásna je ruka, neznajete. Takže to je to metodné plochy. A druhá je, než to nádor vladiť, absolútno čem tenž, tenký katéter, tonše, těm lůče. A tam už to krev dlžná těčtí okolo etoho katětra. Už to prošlo v revě, aby cesty dělali taky obraz, už to vadili eto katětra. To fixovali taky obraz, už to už je tam krov netěkla. No, tam těkla tolik a vysoko osmolárna je parenterové vytáhne. A ona byla dostatočně nízké na periferii, protože to je rekomendace 800 mm, že to vás možná v periferii, jestli tam ničeho tu povede, tak to je je to dostatočná osmolárna z periferii. Znači, že to nádrž to by spolzoval z Viena, katoril a katoril by mě další prosto fixírovat takým obrazem, že to by krev mělo být. No a nám zavsím svědět, kontrolírovat. No, jestli je to možnost vytat balnu čerst periférie, potom jestli šlo postupně toho nového katedra,
кто центральный, который находится через 30 лет. Могу сказать, у меня персональный очень большой опыт света катетра, потому что это использует центральный катетр срез. Могу сказать, что люди приходят по мере, которые получают этот катетр, а он там достаточно много справится. Так вот, я тут главным образом использован в середине Старой Америки, потому что, знаете, там все боятся осложнений, потому что там есть эти списки, и все, они получают этот центральный катетр через руку. Там только один проблем, что он достаточно тонкий должен быть, что там можно валить максимально 2 литра или 2,5 литра жидкости через руку. Какая возможность есть центральный катетр? Центральный катетр, который выглядит таким образом, который может остаться в вене. Ну, могу сказать, долго, там уже месяц, по месяцу, 3 месяца. Там только проблема в том, что если хочу вводить долгосрочный катетр, надо найти место, за которым хорошо ухаживать. Потому что, например, все эти вены, это снимок, это вена югуларис с левой стороны, внутренняя югуларная вена. Это не очень хорошая вена для долгого парентерального питания, потому что ухаживать за этой веной очень сложно. Пикается, там невозможно покрыть правильно, и все всегда, если умеется, так устроено, то в этом случае лучше клавиатурная вена. Еще лучше вводить катетер, для которой возможно стоять. Ну, возможно затуннелизировать. Что это значит, туннелизированный катетер? Это значит, что часть катетера есть под кожей, эта часть из кожей, под кожей, да, понимаете, под кожей напиная избирание. Здесь какой-то кусочек крона, который фиксирует этот катетер, потому что через этот кусочек акрона перерастет эти фибробласты, а просто эта подкожная ткань, значит, достаточно фиксирует. А такой катетер потом может остаться в человеку из кожи. Самое долгое время у нас в нашей клинике было 10 лет, было попало в этот катетер. 10 лет, 10 лет. Эту метрога катетер сделать, возможно, перерастет, а потом залезть это другая возможность завести катетер, а потом сделать эту схему, выбрать из катетер, здесь туннель подкожный катетер. Я вам только покажу это с нашей клиники, вот я думаю, я посмотрю сложно сделать эту примеру через туннель катетер. Это просто вы купите этот набор, там все уже есть, а возможно просто после короткой инструкции сможем сделать еще защитить это. Здесь это, здесь есть жизнь на парентеральном питании достаточно неплохая. Это моя больная, которая, когда ей было 16-18 лет, она была беременная. У нее была какая-то малая ротация кишки, а когда матка повышалась, была исхемическое повреждение всей кишки. Она потеряла в веке 18 лет ребенка, но она пришла в сепсис, в очень плохом состоянии, а у нее семя, я понимаю, и привезли в другую клинику, и мы сохранили жизнь, у нее был молодой муж, а мы потом уже ждали, она была на нашем парентеральном питании, мы ждали, когда уже будет ребенок, она выходила в школу, всю какую-то психологию, она была медсестрой, 18. А в 27 летах она родила ребенка, это она с сыном в бассейне, и здесь, он не видел, это там такая желтая частка, это пакет.
Парамитарамадхита. А слава Богу, она еще решила иметь другой волну ребенка. Это значит, что один ребенок родился, может быть, девочки на Парамитарамадхита домашнем. Другая дочка уже здесь ждет. Она ее родила. Она ухаживает за ребенком на Парамитарамадхита. А все, это значит, что качество жизни на Парамитарамадхита плохое, если есть больных, например, которые душат, и не можем им помочь, например, сделаем какое-то паллиативное лечение этого ухоле пищевода, что-то такое. Но мы знаем, что они могут жить здесь еще после лечебной терапии, после всего какое-то время, можем их. Здесь только сказать о субкутанной регенерации. Субкутанная регенерация – это все часть паллиативной медицины. Здесь должен тоже сказать, что для нее платит то, что нутрицию для нутрицию поддержки, лечения, опять там знать смысл этого. Значит, не имеет смысла, когда есть умирающий парень, который пьет так пусть. Ему вадим пол литра чего-то супу. Надо, чтобы он был точен, получился. Здесь только как это делать. Опять надо менять место. Один день сюда, один день сюда, один день сюда, один день сюда. Потому что если вы имеете какой-то опыт с этим, так вы видели, что там просто возникнет такой отек, который на вас останется на 2 дня. За ним следить, потому что если он там останется, если нет мобилизации этого тела, то не имеет никакого смысла сделать другой вопрос, если другой вопрос есть, потому что он не останется. А конечно, во время нутрициональной поддержки всегда мы должны, чтобы больные не потеряли мышечную массу тела, потому что нутрициональная поддержка без двигания не имеет никакого. Это наш полный, который получает, он получает цветы, он получает травмы питания через зону, достаточно темный катетер, а вот это на наши одеяцы, старостливости, и это что? Ходит на ампутацию, на травмы питания. Упражнения и физическая активность имеют тоже влияние не только на мышечную ткань, но это работа, которая показала эту женщину, что физическая активность, они ходили в какой-то фитнес-центр, где-то, который был реально в больнице, онкологической больнице, улучшила психологическое здоровье, физические функции, тоже социальные функции. Это то человек, который может двигаться, чувствует себя. Это значит, что заключение есть такое, что каждый пациент может получить адекватную нутрициональную поддержку. Сейчас нет никто, кто бы не смог получить нутрициональную. Всегда есть возможность, как это сделать. Надо только принимать решение, кому и с какой целью. Здесь только я вам показал эту девочку, ее 2 дети. Это первый сын, другая дочка, это ее муж. Спасибо за внимание. Теперь я буду рад, когда у вас будут какие-то вопросы, потому что у нас есть время, чтобы сказать, что у нас есть время. Так, у тебя дискуссия. Знаете, если есть желудок здоровый, если человек выпьет бутылку сразу, или в 2 часа, просто желудок пропускает питание континуально в пищу. Специально в этих бутылках из козей. Он сражается в желудок. Значит, что это не идет прямо, просто с
stačí, které to usvájování je pěrý je nádor, důvod a proto, že člověk tu vypil. Potom dám důvod, že to usvájení. Znáte, jestli já dám a důvodu tíločku, položka, je čelest důvodičku, ale pětku tílo, tak důvodí, že to on bude klíče usvájívat, jestli to člověk vypil. To, že nádor, znáte, vždy je to složno, to není víc učit se, protože to je to, to, to asi věc. Jest tak dání buď jest diarea posledná. Eta diarea hlavní obrzení svázaná se tím se držím, co se vidí. Města prioritá vlíba, to, co asi věc, je to kolický reflex, to znamená, že to je prostě každá vypil štoltu, tak ani jdu z toalety. Takže jestli ho budu vzkázat na vypěrnou biločku, za čas mi mě byla DR, a to mě, a je tomu, že to je to produkt prašel, když to čeles kyšičník, takže jestli posmotrite na spolu, tak tam je to. Je s vás možná, že to může být svyšit než by žaludkou kyšku, i může být těm, kdo je tolstou kyšku. My u nás děli taky, protože jsme si na to zpěc. Rak tolstou kyšky, tak on může prostě, že tam to člověk poučí, je to je způsob, ale je to nečasté situace. V první je nám, že to by prostě poučil, dostavil člověk, který čistě poučil. Скажите, пожалуйста, насколько оправданное назначение секунды у пожилых и значимых дементных особей? Да. Это хороший вопрос, потому что у пожилых людей слепых, пожилые люди. Я работаю в гематологии тоже, значит, потому что опять надо знать все. В это время у нас, например, есть институты для пожилых людей. Есть достаточное количество людей, у которых есть гастростома. Они не двигаются, они в деменции, у них контрактуры, у которых прочно получают симптомы. Почему это делать? Они все время умирают. Можно они умрут. A měsíc za rádi, možná dva měsíce, no ani prostě. No, pažíli těch je situace taková, je pažíli člověk, který je nízké zapasy u žitělka. I on srazu u něho pojevěca, takové ostré zabojování, no grip, što to takové, bronchitit, prostě nekůže, protože to nikto, kakovo je spalitelné zabojování, nekůže. Vy nebudete kušat, tak u vás bude krip. A dělejte apetit srazu. No a u etypálních my dalšími slídit za nechvíme. Etypálně kandidáty dla sipinga, tak medikamentovní terapii, zážete, vy dalšími vypít tři butylčky, protože ty málo kušete, málo vydajete. I mě je zdání, že vy nedvigajete. I знаете, потому что если он потеряет через его грипп эту критическую массу тела, он уже не будет двигаться. Я всегда говорю, что если, например, у вас грипп, вы будете кушать одну неделю, ну так можно результат будет, что вы бегнете или не пойдете в шестой этаж так быстро. И он будет, устанете уже на первом этаже, потому что потеряете. Pažili člověk, který může dojít na toalet, když na ulici je na ulici, vlastně musí tam jít z kravaty, se to pomoci. K sažaleniu mě ještě mě udalo os, ale můžu já s nimi robotu, já bych chtěl, aby například vrač, semionní vrač, mohl rozpisat enterální pytání, jak by sýtym, bezplatno, palmin, pažilým lidím, katolich ostré zabalení, protože to je možná pro těch lidí jistý komunikace. Vy znajdete, že si potom vás ukážete za matěry a svom, znajdete, tak znajdete, že to prostě to byla vaše starost, prostě, že to by načal ušet za hraničtí komunikace. Takový má můj potom ukážený. Z druhé strany zkazat, já doložím jeho pýtať, já doložím vaše pýtání do smrti, Спасибо.
врачи после множества хирургических операций по поводу спаечной болезни. На данный момент у меня 20. По поводу? Пациентка спаечная болезнь. Кишечная непроходимость, спаечная болезнь. На данный момент 20 сантиметров тонкой кишки осталось. Выведена юностома. Находится у нас практически на полном парентеральном питании. 1900 мы ежедневно ей вводим либо кобивен, либо нутрифлекс трехкомпонентная. Вот какова бы, может быть, у нее программа реабилитации, если, конечно, необходимо физическое упражнение? Я думаю, что просто надо скалкулировать. Это значит, что если скалкулировать... Ей 41 год, весит она 35 кг. Нужно скалкулировать, что это такая нормальная, для нормальной активности она должна получить 2400 килокалорий. Это так то, что мы получаем. Это такая легкая активность. Потому что базальная энергетическая потребность людей так 1700 килокалорий. Это только начало. Больницы или такая базальная, если они просто идут в туалет и так, идут в туалет, это так 2100. Но если они просто как бы нормальные жизни, то что они делают, так это 2-5-7, потому что мы на много 2-7. Но если куда-то едем, то ходим. Ну а если нам надо еще набрать мышечные массу тела, если нам просто требует набрать, то еще надо на эту физику. 2, 8, 7. Я знаю, что если эти трехкомпонентные мышки, мышцы, так там надо найти что-то, как, например, Aminomix, специал, 2 литры. Знаете, такие, которые примерно минимально 400 граммов. Которые 2, 8, просто там, где просто есть. И по-моему, главная энергетическая часть, главная часть энергии должна быть в карбонидровой части. Это значит, что, например, есть Aminomix Advanced, потому что жиры идут в жировые запасы, никогда никаких сложных просто. Упражнения какие, но чем лучше, тем физиотерапевт. Просто ходить, например, что я им советую, первые ходить. Минимально 30 и 1 час в день ходить. Полнесница просто ходить. Потому что у них нет проблемы с руками. У них главные проблемы с ногами, что просто надеются. Ходить по лестнице, просто ту роль. Когда они не сидели, они подлежали, что будет так. Слава Богу, у нас выделали мужчин. А вы используете медикаментозную стимуляцию? Нет. У нас была такая периода, но, наверное, 15 лет тому назад, когда пришел этот регистрироваться там, так все ее использовали, но сейчас, я думаю, я не могу сказать почему, я знаю, что это холестерол, значит, он не для всех, он предназначен только для этих. Можно, он есть хороший препарат, но если это гормон, а если он предназначен у нас для кахексии, так я могу сказать, что во время кахексии, если же уже так, невратная кахексия, он уже точно не получится. Регистрация на Минске, я не знаю, спущает волосы. А с другой стороны, у нас такой опыт, что когда баллы у баллов улучшается нутриционный статус сиппинга, так он начнет кушать. Так как бы оживет, начнет кушать. Я чисто не просто. Я знаю, что он был очень популярен, это был достаточно. Кортикоиды, вадинетолка, больных.
я не хочу сказать как плацебо, но потому что только людей обещали таблетки, а мне там еще мишечная высокая. Если есть все мишечная высокая, это не как плацебо, но просто если вам умирает, вот такой, как я делаю, так чуть-чуть помогут, что чувствует себя лучше, он что-то более скучает. Потому что пожелание, качество, ну, может быть, через пожизненно, это две недели просто чуть-чуть лучше. Еще. Да, да, мы стоим, да, я знал, о чем ты говоришь. Мы говорим именно ты, потому что мы знаем друг друга сколько десят лет, или что-то такое, вообще это все. Ты знаешь, что просто у меня другое, потому что у нас есть мой шеф, профессор Зараков, всегда рассказывает, что парень должен видеть готовство, потому что он терпит. Это такой вопрос, я не думаю, что дегидратация, полит, но есть об этом много статей, если дегидратация в конце жизни ухудшает качество жизни. Мой подход есть такой, что если больной назначает, что у него есть такое жажда, и что такое, хватит дать ему просто стакана, чтобы он выпил, чтобы было просто в рту, чтобы чувствовал себя тоже используя этих тампонов с глицерином, чтобы не было такое сухое. Но нет однозначно показано, что просто человек должен быть гидратирован. А Espen Guideline тоже сказал, что если нет никакого эффекта, что если... Но, с другой стороны, я могу дать такое, такой совет, что если я не знаю, что делать, так, если не знаю, что делать, так я активность. Это значит, что если я не знаю, если бы качество жизни или активность получалось, я буду вам поручать гидратацию, так я дам гидратацию и за неделю увидим, если его состояние получилось. Не надо просто сказать категорично нет. Да, это была такая, как бы сказал, но на этих гайдлайнах, я думаю, это мое, что специально асцит и жидкость плевральной полости не имеет никакой связи с гидратацией. Это асцит точно. Это зависит от других вещей, как отек, я тоже не знаю, потому что знаю, что есть отеки у людей здесь, отеки просто сухие, вот, знаете, низкие. Просто это связано тоже, отек не только вопрос, сколько жидкости человек получает. Если человек не двигается, то у него отек. Если вы сидите где-то на бале, не танцуете, снимаете ботинки, знаете, потому что есть негативное давление кожи, это зависит с лимфатиками, с активностью, с кишечной массой. Значит, что не может быть. Нет, нет, просто если, например, у меня есть больной, у него отек, он не двигается, так первое, что я сделаю, это эмоции в ног и бандаж. А потом, конечно, двигание. Поэтому хочу, чтобы я двигался. Но если я скажу, что я не рамаду, а уйду. Специально если есть, например, асцит с помалительных заболеваний, так он зависит из-за воспаления, из-за какого-то, ну, эффекта.
секта, поликлиники, это к нам не зубтерия, знаете, это просто укавленная ситуация. А те нормальная часть воспалительного процесса, есть воспалительный процесс. Я это всегда медикамент скажу, если вы пьете, ну, у нас в роток, если вы пьете 10 стаканов пива, у вас не будет такого. Но я знаю, что просто тоже в этих гайлайнах, я думаю, что не так чуть-чуть. Да, если больной в деменции не двигается, это просто такая ситуация у нас в стране, если, знаете, потому что у нас еще ухаживание за дементным больным, хороший бизнес. У нас тоже. Это хороший бизнес, знаете, это значит, что они делают, они ходят в больницу, чтобы вылечили все, они просто умирают, что они просто стерилизуют, а потом еще хотят вводить ПЭК, а еще зонт, потому что их интерес, потому что они там чем дольше. И теперь они все это так палят, все эти этические проблемы, что мы не сможем, что надо, это. Но я просто думаю, что если главное, есть ситуация. Всегда надо думать о себе. Если ты будешь, например, ты думаешь, что если за тебя не ухаживает семья, ты уже не будешь их чувствовать, будешь там жить, пролежать. Я не знаю, никто не знает. Но с другой стороны, мы должны то, что это мое. Мы не должны до этого затягивать семью. Просто мое мнение такое, что я просто сказал. Ваш отец, ваша отца так сильно деменция не двигается, а риск проложит. Это все поэтому, потому что он уже на конце жизни. Он умирает. Надо просто так сказать. Так я это делаю. Просто медицина, поддержка ничего с ним не сделает. Гидратация уже ничего с ним не сделает. Пожалуйста, возьмите его домой, пригласите всю семью, чтобы с ним пообщались. Если вы христиане, пригласите попа или кого-то, просто сделайте, что надо. Но я уже не могу ничего делать. Что я для вас еще могу сделать? Это то, что я вам дам контакт для моих 5 коллегов, вы можете с ними попасть. Самое плохое, что мы делаем, есть, когда мы придем и скажем, вы знаете, он ваш отец в таком плохом состоянии. Что вы думаете, дочка? Что дочка может думать? Дочка хочет, чтобы ее отец жил. Она просто не может сказать, я согласна с вами. Она никогда не может согласиться. Она никогда не может, как бы сказать, толерировать, что ее отец умирает. И когда она услышит, что просто так она может это акцептировать. Надо сказать, я сделал, что мог. Или могу сказать, его кормят какое-то время. Вы видите, что ничего не случилось. Это нет популярной теперь в Европе, то, что я могу сказать. Теперь есть популярное то, что все. Но надо с семьей об этом говорить. Надо просто. Это так чуть-чуть. Другая сторона, это американский. Но в Америке это правило, там просто другая ситуация. Там люди все оплачивают. Там надо с семьей об этом говорить, потому что если бы врач сказал, так как у нас бы сказал, я не могу отказаться от медицинской поддержки, потому что так дальше. Потом семья должна поддерживать, например, дом, недвижимость, просто все, потому что они там такое образы, что когда помню со стороны, так само тоже платить все. А там потом, да. Да, там потом это совсем другая ситуация. Они просто 300 лет привыкли к этому, что они... Вы знаете, что до сих пор есть там... В
нас когда-нибудь появляются такие ситуации, если просто врачи правильно не кормят или нет, судя об этом. Там, конечно, есть такое, потому что потом эти юристы скажут, но мы с вами это проговорили, и согласны были с этим. Там такие вещи, которые в Европе нет. Такие, что мама придет и выключит вентилятор своего ребенка, знаете, там такие, но просто это, по-моему, это просто другая культура, я не могу представить себе, что я пригласил маму на одиницу интенсивной старостливости или дочку на одиницу интенсивной старостливости, если за, пожалуйста, выключите вентилятор своего ребенка. Я думаю, что это просто большой стресс для этой семьи, просто, что это не так. Že určitě ne, protože my můžeme pogovorit vlastně, jestli. Da, všem. Já neznám analýzy laboratorní, které naznačují parenterální putání. Je analýzy, které naznačují parenterální vyvíjení tuto elektrodu. Fosfat je určitě vážný problém, speciálně v Rusii, protože to vás fosfata tak nět. Právě, že na fosfat jeho zaregistruje. Já to viděl dotačově. Takých nět. Prosto, jestli já řeším v paliativě parenterální putání, прежде всего надо знать, почему я тут. Потому что я был в каком-то паллиативном центре на вторник около Москвы. Такой отличный центр. Это, я думал, что я иду в космос. Приехал в центр реабилитации. Знаете, там лежал больные, но такого центра я никогда не видел. Отличный центр. Просто лежит человек после повреждения головы. Они там просто медленно за ним ухаживали, он запросил старец с кровати. Конечно, если я делал это. А это я считаю, потому что есть проблема, что это паллиативная старость. Это самый важный проблем. Есть это ухаживание за умирающим. Или есть это ухаживание за больным, которым я не могу лечить конзалу. Это большая разница. Согласен. Если просто я не могу больного лечить, как бы кауза в первый, я не знаю, если он умрет, тогда я его буду лечить. Я просто не знаю. Есть опухоль, которая просто вылечится не часто, но знаете, это такие, я вылечил опухоль голодования. Знаете, такое просто. В телевизоре все показывали там советы. Есть просто опухоль, которая просто вылечится сама от себя, так сказать. Я не знаю, что это паллиативная старость. Это первая часть. Есть это, что уже будет за него ухаживать, а буду хотеть, чтобы начал ходить, или например, после строка уже не сделать никакие агиографии, уже все дано. Да, это вопрос. Просто надо знать цель. Почему это нужно? Есть, например, это же вчера было обучение рака шейки матки. Нормально просто они умирали, эти женщины. Просто сказали, ну что делать, просто повреждили кишку. Слава Богу, что не пережила 10 лет, а теперь уже пора. Или если я скажу, что она еще хуже, чем никаких лабораторий, знаешь, если албумин низкий или высокий, то не имеет никакого смысла. Я там не знаю. Потому что я не говорю, что я не знаю, потому что их повышение албумин.